Всем привет, ребята, с вами Золотой Ящик, и сегодня мы в новом летсплее. Взял я такую идею от Красавы ТВ, может быть, в описании будет его канал. Решил я, ребята, тоже словить аптечки, где много людей, не только я с одним чуваком. Ну что ж, давайте, ребята, как видите, у меня комплект легенда, но мне не хватит на него, но я бы его купил с радостью. Но кто, ребята, может или кому-то там не нужны там... лишние деньги, можете мне задонатить в танке, я себе куплю этот комплект, я буду вам очень рад. А теперь давайте ловить аптечку. Так, сберем тундру, потому что здесь много очень рельс, как видите, я был на Васпе. Ну что ж, ребята, ищу я команду для паркура, хочу сделать крепкую команду. Вот аптечка падает, вот все как бешеные падают на нее. Ну и там кто-то ее взял. А теперь, ребята, подстараемся или мы взять, или кому-то помочь. Ну что ж, давайте сейчас, может быть, кого-то отвлекем на нашу подсадку, чтобы кто-то подсадился на нас. Ну же. Подсадка. Подсадка. Там она не падает. Не знаю, не в курсах еще. Походу, там уже упал. Я не заметил нечаянно. Ну что ж, ребят, будем мы снимать три аптечки. Первая не считается. И после этих трех... О, вот чувак взял комплект, думаю я так. Так, пока. Если вам, ребята... О, там уже падает. Ну, я не знал, ребят. Да, не знал, что она там падает. Так. Ну, вот теперь, ребята, считаем, короче. После этой... Ждем пару, там, 30 секунд, и там падает, чтобы были в курсе, где и что падает. А теперь пока здесь подождем. Я делаю так намеки, чтобы кто-то пришел, подсадился на меня. Я хочу сделать пирамиду. Я, ребята, когда без, вот, когда не снимаю, у меня нет лагов, вот тогда такая подсадка получается. Аж пирамида. О, вот один есть. А, нет, он не хочет подсадиться на меня. Даже не знаю, ребят, как взять эту аптечку. С какой стороны и как. Так. Ребята, реально самочувствие, как будто голд падает, я вам говорю. Так, никому не должны дать шансы. На, падла. Я хочу свои шансы иметь. О, мне почти фул хп сняли. А, аптечки только раз здесь падает. Давай. А, спасибо, что меня завалил. Но все же, ребята, меня рельс М2 с ПДД не убило, или там было М3. Честно, не заметил. Блин, здесь опять падает. Ну что ж, ребята, здесь вот первая упала. Все, ждем еще две. Как мы уже сказали, после 30 секунд там падает. Ну что ж, идем следующую ловить. Может быть. А, здесь фулу можно включить. Я даже не знал. Ну что ж, ребята, понарим мы чуть-чуть. А, что? Да, здесь паркур, ребята, даже забыл. Здесь фулку можно включать. Ну что ж, ребята, ждем следующую. Блин, хочу подсадку, но не получится, скорее всего. Мы, ребята, даже занарили аптечку ради этой аптечки. Как вам сказать, что было? Блин, где она? Она уже должна падать. Ну уже, давай. Где же аптечка? Блин, ребята, я уже задался тратить эти... Нет. А, подсадка. Не нужна подсадка. Нет, ребята, я потратил, ребята, две аптечки. За это стоит поставить лайк. 300 кри. Ради ничего. Это достойный лайк, я вам честно говорю. Так что... Ставьте лайки, я потратил две аптечки ради ничего. И плюс еще по фул нари и тоже ничего. Ладно, мы этого не ебем. Идем в килл-зону. Самое что, блин, я так отвлекаюсь, не знаю почему. Ну, бывает, ребята, бывает. Сейчас звук потише дадим, а то он, я так думаю, скорее всего, он слишком громкий. Блин, ребят, все, сейчас надо экономить просто эти аптечки, потому что я потратил две аптечки. И ничего просто не взял. Я думал, что я взял, но, к сожалению, не получилось, как говорится. Так, давай подкину я тебе фризок. Давай, подсадка. А
Айракан. Айракан молот. Давай, фризок. Я хочу тебя подкинуть. М3 достоин под. Все, идем мы, ребята. А может мы и возьмем, я не знаю. Давай, 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 давай. И. А, ребята, фриза, который я подкинул, он взял. Блин, ребята, я был очень близко. Я почти взял. Асы-пысы. Кому? Блин, я, ребята, его подкинул, и он должен. Даже спасибо не говорит. Ладно. Но это была четкая, ребята, подсадка. Я сам. Прикольно получилось. Так, асы-пысы. Хоть хзпсы хочу, чтобы он хоть был игры как-то, то я его так прикольно подкинул. Сначала подкинул на всех. И чуть-чуть, ребята, чуть-чуть мне не осталось взять этот голд. Мини-голд, как говорится. Так, хоть нетрушку сейчас включим, а то нам здесь хп вообще не нужны. О, сыпсы. Ну, тебе спасибо, потому что ты у меня так прикольно. Хоть кто-то взял из моих друзей, как говорится. Друзей в битве. Я хочу, ребят, тоже взять аптечку. Не буду остановиться на этой. Хочу тоже взять. Так. Падает, 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 падает. А, не я не взял. Хорель сам 3 взяла. Ну что ж, поздравляем ее, ребята. Сколько у нас? Это почти уже вторая партия падает. Ну что ж, ребята, еще одна партия. И закончаю мой такой мини-летсплей. Если вам понравится вот такой летсплей, можно бы еще и снимать. Мне как-то нравится вот так ловить просто аптечки и говорить, кто ловил и как ловил. Типа, поздравляем этого. Давай подсадку. Не. Я хочу опять фриза подкинуть тебе, потому что фриз клевый. Давай, фриз. Фриз. Блин, молот неадекват. Вот, хочу тебе под... Да, вот так. Блин, Рик неадекват. Ну уж давай, давай, фризок, давай. О, падает, падает. И. Давай, давай, давай. О, куда меня подкинул? Давай, 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 давай. Давай, фризок. Кто взял? Я не понял. Кто взял? А. Взял бригадир, он пишет плюс 5. Блин, он опять близко очень был, мой друг. Так что поздравляем, Брига. И ждем следующего голда. Знаете, как в залпе. Ждем следующего голда. Так. Мучимся здесь. Дальше. Так. Мне просто должно быть повезло здесь. Просто-напросто. Ребята, я хочу подсадку себе, но не знаю, если получится. Давай, давайте этого подкинем. Вот так, вот так. Я хочу просто взять, ребята, эту аптечку. Просто хочу ее взять. Давай, давай, давай. Плиз, только... А, нет, у меня 0 хп. Не, ребята, я лучше включу это. А нахера я включил? Ну уже. Вот я рак, ребята, вот я рак. Я опять включил аптечку, когда не надо. Блин, вот я ракошок. Опять 150. Мы, походу, здесь, ребята, штуку крип просто-напросто вкладем в то, что не надо. А хотя летсплей мне важнее, чем одна странная здесь аптечка. Так что давай, фризок, ты где? Фриз. А, вот он. Он уже знает место свое. Ну же, рельс, отойди нахер. Я хочу фриза подкинуть. О, тройная подсадка будет, ребята. Давайте вот так присядем. Ну и ждем голда. Да, это, ребята. А, нет, этот и та, и заканчиваем. Заканчиваем, то есть. Ну что ж, вот она падает уже. Как бы. А, сори. Сори, чувак. Я не хотел тебе... Блин. О, блин, меня, не знаю, как оттолкнуло, ребята, в другую сторону. Давайте мы с вами уничтожимся быстро.
Не, в этого случая надо взять Харка, но не знаю, ребята. Харек слишком медленный, и он мне как-то бы не нравится. Я клыб. Не знаю, это слово, но что-то по-украински. Так, берем нетрушку, ребята. Все, аптечки уже не тратим. Возьмем мы и не возьмем. Я просто хочу-напросто взять аптечку. Блин, мне уже рельсу кинули. Так. Просто-напросто надо ждать. И ждать. Вот теперь я уже понял, ребята, как все берут эти мини-голды. Ну как, аптечка самая дорогая, значит, она считается как голд. О, кто-то срет мины, кто-то, не знаю, что. О, срет мины, да. Не толкайте меня, вот тараканы. Блин. Нет, ребята, все, я не успею. Вот аптечка уже падает, да. Печаль, беда, обида, тоска, как говорил Жека Микс в своем летсплее. Ну что ж, ребят, давайте желаем удачи Фризу. Давай, Фриз. Давай, а, Фриз, тебя вынесли. Соболезную Фризу, но мы не останавливаемся и ждем. А, давайте, ребята, стой, сколько мы здесь снимаем? Да, умри ты уже, Харек М3. Кстати, берем нетрушку. Сколько, блин, скайп включил нечаянно. 11 минут. Да, ребята, мы уже заканчиваем наш мини-летсплей. Если вам понравилась вот такая ловка аптечек, то ставьте лайк. Если наберем 5 лайков, ребята, да, 5 лайков, то выйдет, конечно же, новый летсплей. И, может быть, если вы меня попросите, то выйдет, конечно же, с аптечками. Ну что ж, ребята, всем подписываться. Упс, рекламочка. Всем подписываться на канал. Всем удачи и просто всем пока.